«Улыбайтесь, господа», — написал как-то Григорий Горин. Теперь эту мысль до зрителя доносят со сцены актеры драматического театра из Уфы. На фестиваль «Волга-театральная» они привезли один из своих самых любимых спектаклей. И, несмотря на уверенность в своих силах, волнение перед выходом на чужую сцену зашкаливает. Только приняв этого человека, оправдав его, все его мелкое, все его великое, только тогда ты сможешь присвоить его чувства и быть искренним в них. А спектакль мы этот очень любим, потому что у нас есть возможность в течение всего действия несколько раз побывать в многих ролях, в эпизодах. Мы, в принципе, рассказываем рассказы. Это не драматургия, это литература. Простите, Бога ради, еще раз извините. Я как-то почему-то не улавливаю здесь юмора. Ну, давайте рассуждать логически. Ну, ведь у больного болела голова, не так? Голова! Ну, как же такая повязка-то оказалась на ноге? Сползла в конце дно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, да. Билетов на спектакли приезжих театров не достать. Искушенному самарскому зрителю по душе знакомство с новыми актерами и театрами. Комедия, во-первых, заинтересовала то, что, ну и сравнить выступления других актеров, не только самарского театра. Открыть для себя что-то новое, действительно, узнать новости. А вдруг мы окажемся в ихнем городе, из которого сейчас к нам приехало это вот выступление делать, и будем у них там уже знать. Фестиваль «Волга-театральная» продолжается. Завтра будет новый день и новые спектакли. Итоги конкурса подведут 30 сентября. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.